Ташка, это 11-й год, рестайлинг. У него один хозяин, полностью родной окрас, одна запись в ПТС, полностью все чистые отчеты. Комплектация у него не самая максимальная, но у него есть панорама, 18-й колеса, линзованная оптика без ксенона, камера заднего вида, навигация, складывание зеркал, круиз, подогревы. Ну, в принципе, и все, что... Ну и полный привод, естественно. Это 2 литра на вариаторе, полный привод. Сколов, пескоструя нет. Пробег у него 94, по-моему, тысячи, если не ошибаюсь. Пробег подтвержден дилерским обслуживанием. Он обслуживался полностью на дилере. Есть все отметочки. Также это можно проверить на дилере. Можно по автотеке, по дром-отчету. Ну и по моточасам вариатора. Также это можно посмотреть. То есть это версия на тряпочке, обычная, не плюс 2. Состояние очень хорошее. Даже, я бы сказал, отличное. Стекла все оригинал, включая лобовое, то есть никаких трещин, ничего нету. Все VIN-номера соответствуют автомобилю. Пройдемся по кузову. Никаких подкрасов, ничего нету такого, все заводское. Машина даже не полировалась. Просто помыта хорошей двухфазной мойкой несколько раз. Можете посмотреть. Ну, вот такие сколики где-то есть. Вот сколик. Небольшие. Так, оптика. Все в отличном состоянии. Вот радиаторы. С никакой коррозии. Хром вот можно глянуть, то есть в каком состоянии. Сразу пройдемся. Здесь по фаре есть вот такой вот след от камушка. И вот эта туманка под замену. Никакие болты не откручивались, естественно, ничего не крутилось. Бесключевого здесь нет. Камера заднего вида, здесь никакой коррозии нигде нет, бампера даже не красились у него, то есть это все вот в таком состоянии. Стекла все оригинал, Nissan, здесь все то же самое. По дефектам, вот здесь царапина есть, можно их корректором подмазать, никто этого не делал. Вот здесь царапинка, легкая вмятинка есть, еле видная под определенным углом. Вот здесь царапинка, это от воды, здесь никаких дефектов нет. Бампер тоже в отличном состоянии, даже нет, пескоструен. Капот я показывал, никаких вмятин на нем нет. Это грязь. Вот здесь какая-то легкая притертость была. Издалека ее даже не видно. Вот здесь можно посмотреть, что бампер не красится. Так, что у нас дальше? И вот на этой двери есть несколько вмятин без царапин. Вот. И вот здесь. То есть можно выправить без покраски. И вот здесь небольшая притертость. Но вот с такого расстояния ничего этого уже не видно. С этой стороны ничего нет. Здесь вот какая-то притертость на бампере. Здесь вот грязь по задней двери. Вот здесь маленькая тоже есть. Такая вот. Так, по болтам. Не крутился болт. Эти болты все обработаны с завода. Можете посмотреть, вот это антикор заводской, эти по пленочке как у них клеится, здесь все заводское, герметики все заводские, никакой коррозии нет. Так, с этой стороны по болтам, здесь ничего не крутилось, не снималось.
Здесь также герметики все в отличном состоянии, никакой коррозии. Вот эти места часто у них бывают, здесь все идеально. Просто грязь тут. Вот это битум. Здесь все в идеале. Здесь герметик заводской, даже не протерлась краска. Точка завод. Здесь вот у них бывает, здесь все заводское. Фонари оригинальные. Здесь накладочка. Оригинал. Здесь все отлично. Здесь все то же самое. Болты не крутились, не снимались. Это зимняя резина на дисках, 16-я. Ну, она родная, тоже старенькая. Так, с правой стороны ВИН, табличка маркировочная в порядке. Так, здесь сейчас с той стороны. Здесь все аналогично. Герметики, все четко. Так, справа здесь болт не крутился. Так, могу вам показать. Все четко. Здесь. Так, все в антикоре. Здесь тоже никакой коррозии. Пороги в идеальнейшем состоянии. Здесь все так же. Вот так для вида пару раз. Что здесь все родное. 42 с этой стороны, 44, 40, 39, 40, 47. Здесь все отлично, здесь есть царапинки. Soft Touch, естественно, весь, как у них бывает, корябается. Руль в идеальном состоянии. Круиз, лимит, управление, раздельный климат, навигация, камера заднего вида, полный привод, складывание зеркал, омыватели, все это есть. Накладочки на педали, все чистенько, сидушечка. В обалденном состоянии, все чисто, аккуратно, пассажирская вообще как новая. Рама работает, открывается, все как положено. Сзади здесь все тоже вот в таком состоянии. Два ключа, сервисная книжка, оригинальный ПТС с одной записью. Все. Резина Continental с жирным протектором, но она 10-го года. То есть ее уже можно менять. Трещин нету, но на двух колесах есть там дефекты небольшие на покрышках. Здесь тормоза с выработкой, они родные. Докатать колодки и менять. Сзади тормозные диски без практически износа. Литье в отличном состоянии. В таком состоянии кузов вот видно. Без коррозии, без всего. Все сухо, пороги без коррозии, без ржавчины. Ну, на задних рычагах, там на подрамнике, конечно, есть легкий налет. Мотор работает отлично, никаких подтеков, ничего нет. Когда двигатель начитает, очень мягко. Фары у нас 12 месяц 10 года. Болты все заводские. Не крутились, капот не крутился. Здесь никакой коррозии, аккумулятор менялся. Аналогично 12 месяц 10 года. Здесь чашка вся заводная. Никаких подтеков масла. Катализаторы на месте. То
ремешок в порядке. Радиаторы чистые.